Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Вокруг сияние, внизу трудно дышать, плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Сюжет обязывает. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Черт! Вижу мутанта, убиваю мутанта. Я помогу видеть. Ты еще и время замедляешь. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Так можно все патроны потратить. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Скорее друг друга перебьем. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Умение не убивать? Ну, это мы поднаторели. Чёртов лёд. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Покажу пищу. Вот тут к пиву. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Демоны. Сталкеры отбивались как могли. Ты свинья.
Сейчас знакомое было. Патронов много. Сраный. Еще и стелс заявили. Кошмар. Нужно быстренько их изжить. Смотри, я как ты, с вещами. Ты меня пугаешь. Так и на пули можно нарваться. Да, поезда, здесь всегда есть крики, страдания и мучения. Ну и как ты сделаешься добреньким? Тут еще и плавают местные креветки. Недружелюбные, кстати. Берегись! Ах ты ж гад! Господи, без промедола никак. Иногда я думаю, что все это, весь этот поход один промедоловый бред. Я тебя убью, сволочь. Черт, черт. Только бы до корабля добежать. Еще ж такие живущие-то твари. О! Потрошки. А, во. А чё, не могли как-нибудь в голову заглянуть и сказать: Артём, приди. Мне же надо было убивать людей пачками. Блин, я забыл, что здесь карты нет. А
патронов-то уже совсем мало. Правильно говорил товарищ адмирал. С мутантов ничего не взять. На, сволочь! Блин, будто из травмата расстреливал. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Потому что сделали еще и другое оружие. Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Зло.